Сегодня у нас праздник. Мы открываем замечательную, прекрасную, огромную выставку народного художника Кабардино-Балкарской республики, почетного академика Российской академии художеств Бориса Гуданаева. Я хочу заметить, что в нашем музее это его первая вот такая полная персональная выставка. И я хочу с удовольствием предоставить слово для открытия министру культуры Кабардино-Балкарской республики Кумахову Мухадину Лелюшевичу. Спасибо большое, Елена Владимировна. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего я приношу свои извинения от имени Союза писателей Кабардино-Балкарской республики. Мы в Союзе художников очень ценим, любим этого человека за его талант и при этом за его большую скромность. К сожалению, он сегодня не присутствует, он перенес операцию, и после этого ему как бы не очень, скажем, советовали врачи попадать в большое количество людей, потому что существует риск заражения из-за ослабленного иммунитета. Но он каждый день звонил, он очень переживал за эту выставку, он как бы мысленно с нами. Сейчас я ему буду отзваниваться и говорить, что сколько пришло замечательных людей на его выставку, и порадую его тем, что выставка состоялась. Выставка очень красивая, как в принципе его работы, каждая в отдельности, просто замечательная. А когда такое количество работ собирается, то это, я считаю, просто для нас, для всех такой большой праздник. Что сказать? Дай Бог, чтобы у нас вот эти все перипетии с этими коронавирусами и со всеми этими ограничениями, они как можно быстрее прошли, чтобы художники могли выставлять и большое количество людей могло посещать музеи, выставочные площадки. Удачи вам, здоровья и всех поздравляю с сегодняшней выставкой. С удовольствием хочу предоставить слово уполномоченному по правам человека Зумакулову Борису Мустафаевичу и просто другу Бориса. Вот это правильно сказала сейчас директор музея, что я здесь не как, скажем, правозащитник, как уполномоченный, а как человек, который очень давно знаком с творчеством художника Бориса Гуданаева. Очень ценю я его творчество. Знаю, у меня есть его картины в нашей коллекции. И считаю, что Борис Гуданаев один из ярких представителей изобразительного искусства и Кабардино-Балкарии, и России. Внесший заметный вклад вот, в нашу культуру. Я его очень открыто об этом, я всегда заявлял, я люблю его как художника, как хорошего человека, как друга, как брата и, наконец, как своего земляка. У фото я посмотрел вот портреты Кязима Мичиева, да? Умара Ударова. Портрет Асина Кулиева и напротив большой портрет Кокова Валерия Мухамедовича, 80-летие которого мы отметили совсем недавно. И, кстати, в Ильбрусском районе он рядом со мной сидел, Борис Гуданаев, и этот портрет как раз был выставлен. И люди подходили и удивлялись, как будто вот он живой и сегодня вот сойдет вот с этой картины, станет рядом и будет с нами разговаривать. Точно так же теплом отдает, человечность отдает от портретов, которые я уже назвал наших великих и певцов, и писателей, и наших творческих деятелей. Не могу я сказать, что я могу давать оценку, и моя оценка будет вот исчерпывающей. Но я могу со всей очевидностью сказать, что любой житель Кабардино-Балкарии имеет право и должен гордиться, что на нашей земле рядом с нами
живет такой талантливый, такой замечательный, такой красивый художник, который сегодня, вот, к сожалению, он сегодня не мог присутствовать, но он всегда будет присутствовать в наших сердцах и перед нашим, вот, перед нашими очами. Вот, он стоит вместе с нами здесь и радуется, что его выставка в его отсутствии прекрасно проходит. Спасибо всем вам. Спасибо. Кстати, я хочу отметить, что сегодняшняя выставка состоит из работ, которые находятся в частных коллекциях. То есть это не из его личной, а все они находятся у кого-то. И я хочу предоставить слово председателю Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики Муталибу Бабинаеву.